Три года полномочий нынешнего состава Общественной палаты Ленинского городского округа подходят к концу. За это время членами организации решено немало важных социально-общественных задач. В феврале текущего года начался процесс формирования нового созыва палаты. Сроки затянулись в связи с пандемией, зато увеличилось время, когда потенциальные кандидаты могли подать документы. На это правительство Московской области дало почти 3 месяца. Мы за этот период успели познакомиться практически со всеми кандидатами, мы успели понять на собеседованиях, кто чем занимался и каково, как бы, то есть необходимость вот его присутствия в общественной палате. Человек хочет там карьеру сделать, или человек хочет просто статус, или же человек действительно настроен на работу. Сегодня в списке кандидатов 56 человек. Из них немало действующих членов общественной палаты, а также зарекомендовавших себя общественных деятелей муниципалитета. Таких, как, например, президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев, в прошлом депутат Ленинского района. Общественная палата, я считаю, такой орган, который может воздействовать на многие аспекты жизни теперь городского округа. Моя мечта, золотая мечта, все-таки сделать освещенную лыжную трассу в городе Видном. Сейчас городской округ готовится к очередному этапу формирования муниципальной общественной палаты. Единый день рейтингового голосования состоится 18 июля в онлайн-формате на сайте Общественной палаты Московской области. Проголосовать можно будет с 9 часов утра до 18 часов вечера. Проголосовать может любой желающий, но только один раз. Количество кандидатов может быть, это может быть не один, не два кандидата, это может быть несколько кандидатов, но не превышать общей численности состава общественной палаты, то есть не более 30 человек. Со всеми правилами проведения голосования можно ознакомиться также на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. Напомним, что формирование нового состава общественной палаты будет проходить следующим образом. 10 кандидатов утверждает губернатор Московской области, по такому же количеству общественная палата региона и совет депутатов Ленинского городского округа. Итого численность муниципальной ОП составит 30 человек. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.